Сегодня Общеприднестровский народный форум был в парке Григориополя. В этом году там построили пандус и лифт для мам с колясками и людей с инвалидностью. ОНФ проверил качество работ. Григориополь – парк культуры и отдыха, практически центр города. К парку ведет крутая лестница. Мамам с коляской или людям с инвалидностью не спуститься. В этом году построили пандус и лифт. Комиссия ОНФ проверила, как все работает. Там тоже нажимать надо? Да, да. И мы заходим. Заходите. Сколько человек он может? Да, 120 килограмм. Деньги вложены по направлению, что были запланированы. Работы выполнены качественно. В основном, ну и все, что было запланировано, все сделано. Те недостатки, которые в ходе проверки незначительные были выявлены, в ходе, значит, всех окончаний мероприятий, эти недоделки устранялись. И претензий к подрядчикам, к основным этим работам нет. Несколько лет назад в парке начали строить пешеходные зоны с тротуарной плитки, детские площадки с игровыми домиками, качелями и лестницами. Появились спортивные тренажеры. В прошлом году привели в порядок зеленый театр, поменяли крышу над сценой. Саму сцену сделали больше, установили специальное освещение. Над зрительным залом появились теневые навесы. Парк сейчас не узнать, все работы за счет фонда капвложений. Для общественной жизни города очень важное место. Все мероприятия, все проводятся в парке. Для того, чтобы в городе, во-первых, там у нас движение, какой-то машин. Ну, здесь такая благоприятная обстановка, благостная такая обстановка в парке. Люди привыкли с советского времени, еще с первомайских и 7 ноября праздник. Комиссия ОНФ сегодня побывала и на спортивной площадке. Она комбинированная для игры в волейбол и баскетбол с прорезиненным покрытием. Площадка практически во дворе школы.